Фамилия и год рождения – это все данные, которые нужны, чтобы узнать о долгах. Для многих информация о крупной задолженности становится полной неожиданностью. И такое может быть, ведь письма от регистрирующих и налоговых органов не всегда доходят до адресата. Так, Травова Любовь Ивановна. Еще раз фамилия? Травова. Здравствуйте, давайте. Травова Любовь Ивановна. Кажется, я никому не должна. У вас нет задолженности. Да откуда мне? Проверяйте на нашем сайте. Своими долгами и задолженностью близких интересовались не только прохожие. Продавцы, не отходя от прилавков, спешили узнать, есть ли неоплаченные штрафы, квитанции за коммунальные услуги и алименты. Данная акция проводится несколько раз в год, и она служит для того, чтобы граждане узнавали о своих долгах. Мы смотрим гражданина по мобильной версии, где можно будет узнать, должен человек или нет, является ли должником на сегодняшний день или нет. О своих долгах можно узнать и на сайте Управления судебных приставов. Но, как выяснилось, не у всех есть на это время. Именно эта акция для большинства оказалась самой удобной из многих других способов. Дел много, все крутятся перед Новым годом, могут все забыть. А Новый год надо встречать без долгов, с чистой совестью, с чистого листа, чтобы не было никаких проблем потом. Мобильные пункты судебных приставов работают и в торговых центрах и крупных магазинах города. Таким же способом информацию о своих долгах могут получить и жители районов республики. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин, Народные новости.